Я особисто, коли дарую там друзям, дружині квіти, то я просто бачу, що вони красиві, так? Ну, мені подобається візуально, і я дарую. Але тепер ні, будемо по-інакшому дивитися на букети, які можна подарувати, і найголовніше, яке можна створити власними руками. У нас у студії сьогодні флорист-декоратор Алла Тулинська. Доброго тобі ранку. Всім доброго ранку. Знаєш, спочатку я захотіла сказати, що це було б дуже дивно, що ти, власне, спостерігаєш та вмієш поводитись з квітами чимось таким. Так. Але потім я згадала, що всі найкращі флористи світу, всі флористи, які якісь незвичайні роботи з квітами роблять на світових виставках, вони всі чоловіки, тому я подумала, ну все. Неочікувано. Так. Так, ну ти знаєш, я під твоїм керівництвом з радістю буду пізнавати мистецтво флористики. З чого ми почнемо? Почнемо з того, що я з твого дозволу я буду розмовляти російською, якщо так можна. Начнемо з того, що сьогодні ми будемо робити осінній букет, який може зробити абсолютно кожен чоловік із абсолютно підручних средств. Зараз осінь, дуже щедрая пора на сочетання, на цвіта, на всевозможні плоды. И это самое настоящее праздничное время для того, чтобы самим сделать красоту в своем доме. Что у нас есть и что нам необходимо? Так, я ось бачу, у нас сеточка якась тут лежит. Заборная сетка. Начнем сначала. Нам необходимо судно, в котором мы будем делать наш букет, нашу композицию. Это может быть совершенно любой горшок, это может быть трехлитровая стеклянная банка. То есть все, что вы найдете у себя в доме, куда мы обычно ставим цветы. А я перепрошу, хотів би уточнити один такий момент. А горщик або трьохлітрову банку ми також можемо якось прикрасити на Конечно. Свій власний розсуд, щоб одна тематика була. Так, я тебе даже розкажу, як. Дальше. Раньше флористики использовали очень активно оазис. Это некая зеленая губка, которая впитывает воду, в которую мы ставим цветы. Сейчас, слава богу, эта тенденция уже отходит, поскольку оазис считается не экологичным материалом, он разлагается более 20 лет. И плюс оазис — это специальный все-таки более флористический элемент, который среднестатистическому украинцу купить тяжело. Поэтому мы берем просто вот такую вот заборную сетку. Тобто можна ось цю сітку купити в будь-якому магазині, там матеріалів будівельних. Да, я купила в самом известном строительном магазине эту сетку, 23 гривни стоїть метр. То есть это, думаю, доступная цена, метра вам хватит с головой на очень долго. Мы из этой сетки формируем вот такой вот круг по формі нашей чаши, по форме того, что у нас есть. Для того, чтобы ускорить время, так как у нас есть хронометраж на телевидении, я эту сетку уже сделала. То есть эта сетка у меня уже вот таким кругляшком, чуть-чуть выпирающим, уже стоит. Тобто вона буде у нас таким каркасом, куди ми будемо ставити квіти. Да. Для того, щоб цей каркас держався, а також для того, щоб наші цвіти мали форму і стояли в нужному нам направлінні, ми крепимо скотч. Обычно флористи використовують флористичний скотч, але так як ми сьогодні говоримо про любительський букет, то ми можемо взяти обычний скотч і крестообразно його закріпити, цей каркас. Дальше. Слухай, а от чому найголовніша різниця між флористичним скотчем та звичайним? Бо ну, мені, як чоловіку, наприклад... Ага. Тому що скотч, коли ми будемо використовувати обычно, ми не дозволяємо цвітку дышати. Но в нашем случае мы не крепим его на цветы, мы просто крепим заборную сетку, поэтому я думаю, что это не столь важно. Что у нас по цветам? У нас есть с вами шиповник, у нас есть астра, которая тоже очень популярный сейчас цветок. У нас есть такая деревенская гипсофила, розы. В общем, любое, вот что мы находим, все, что есть, это... Это георгина, это вот у меня вот эти вот цветы я нарвала возле озера, когда ехала к вам на эфир. Они хотят водички, потому что по-хорошему, прежде чем делать букет, когда вы срезали цветы, мы должны их поставить часика на три в темное место, прохладное, для того, чтобы они напились, напитались и были здоровенькими. В качестве декора также я беру малину. Так. У меня малина была красивая, это ко мне подружка ее привезла, вот такого бордового цвета, но пока я ехала, мой ребенок ее съел, потому что у моего ребенка малины в огороде нет. Начинаем с самых объемных и самых увесистых цветов.
Вони стають завжди першими. Да. Це як основа виходить, що буде? Да. Почему мы это делаем? Если бы мы делали вазис, и мы бы начали с формирования формы, но так как мы с вами сегодня работаем с сеткой, то мы должны сначала сделать так, чтобы наша композиция была устойчивой. Поэтому так. Желательно... Сбалансувати обидві сторони. Да, обычно это делается даже треугольником, не столько... Вот если у нас круглая ваза, как сейчас у меня горшочек, да, кругленький, то наша композиция, скорее всего, будет формироваться по треугольнику. Так. Цветы срезаются обычно, вот по правилам, флористическим ножиком под углом 45 градусов. Но опять же, для того, чтобы мы ускорили процесс, а также мы делаем все-таки любительский букет, то мы используем секатор. О, Ал, хотів у тебе уточнити. Коли ми, наприклад, зараз на прикладі рози хочу, троянди, точніше, хотів би запитати у тебе, от щоб вони простояли довше в домі, так. Скажи, будь ласка, як по яку відстань правильно відрізати їх, надрізати? Вот видиш, здесь є такі так. Стики. Ну, в нашому випадку ми повинні розуміти, що у нас є вже тут роза, стебель, який повреждён. Тому ми стараємося обрізати до моменту, де стебель вже буде новий, не повреждённий. Ми обрізаємо 45. Згори ось тут. Так, да, 45 градусів. Все, зрозумів. І після того, як ми, от зараз в даному випадку у нас є також листя папоротника, ми беремо малину. Вместо малини ми можемо використовувати любые ягоди. Изначально вот, я планувала, що ми будемо робити із помідор. Но с помидорами тоже не сложилось, не дожили они у меня в красивом состоянии, не доехали. Малина была вроде бы такая посимпатичней, поэтому мы используем малину. Нам все основание стебля, которое находится в воде, должно быть очищено от листьев. То есть мы очищаем полностью с цей простір. Да. Так, я зрозумів. Вот, конечно, вам тут намусорю. Ничего. Если у вас красивые плоды, например, вот обычно очень красивые плоды у... райских яблок. Сейчас как раз самый сезон их. То вот райские яблоки мы очищаем от листьев для того, чтобы нам было красиво, для того, чтобы у нас получалось... Ой. Получались красивые плоды, поскольку райские яблоки, они очень объемные, очень красивые. Так, выходите в нашей зараз композиции мы... Это малина. Ну, вона залишила свій слід у нашому букеті. Да, да. Виходить так, що ми спочатку з, ну, продовжуємо прикрашати просто по сторонам. Закриваємо той простір, який виходить відкритим, правильно? Вот сначала мы, вот когда мы сначала поставили самые тяжелые стебли, а сейчас мы начинаем заполнять наше пространство зеленью. То есть вспомогательным материалом, не основным, таким как цветы, да, там, а именно вспомогательным. Это делается в сетке в такое распределение, и оно идет от краев к центру. То есть сначала мы заполняем края горшка, края нашей вазы, и плавно передвигаемся к центральной части, заполняя ее. Вот сейчас я еще поставлю третью. Так, а я у тебе буду паралельно також питати, тому що, знаєш, от, цікаво, у кожній професії є якісь свої прикмети. Там, наприклад, у нас було інтерв'ю, коли жіночка розказувала про те, що випікаючи хліб, ти повинен думати там про хороше. Скажи, у флористів є якісь свої прикмети? Ну, я думаю, що качественные цветы, свежие, срезанные. Так. И какое-то хотя бы элементарное соблюдение, да, по подрезке. Почему? Это и есть хорошая примета, потому что тогда цветы дольше радуют, и человек хорошее настроение, мне так кажется. Но лично у меня я вижу такую тенденцию, что те невесты, которым я делала букеты, они вот живут в счастливом браке. А тому це говорить про те, що коли ти створюєш свій букет, ти завжди думаєш про хороший, закладаєш такий дуже хороший, приємний сенс. Я думаю про хороший совершенно всегда, это моя особенность, мне так кажется. О, ну це чудово. Це така сама похвала. Но действительно, я думаю, что та энергия, которую человек закладывает, в любое, что он делает, когда он работает с тестом, когда он, ну, вот любой продукт, который производится руками, то это, конечно же, всегда отражается на изделии. Это энергия, самое основное, что может двигать нашим настроением, аура, атмосфера, это вот как раз-таки энергия. Цветы живые, с цветами очень интересно работать. И цветы — это такие
Ну, это то, что всегда красиво и всегда mm-hmm. радостно. Я вот на своей практике буквально только одного человека встречала, который не любит цветы срезанные. Мені здається, їх просто любити, не любити неможливо. Ну, вот я говорю, вот у меня на практике mm-hmm. был только один человек, который сказал, что я не люблю цветы, и он даже, когда mm-hmm. приходит в гости к нам, всегда вот дает свои комментарии, что он не любит срезанные цветы. Так, я зрозумів. А коли ти почала займатися флористикою? Як квіти з'явилися в житті твоєму? Довго я к этому шла. Спочатку вони з'явилися в житті моєї мами, вона відкрила uh-huh. магазин цветочний, а я все время ходила і умничала, розказувала їй, що вона не так делает. На що вона мені щось говорила: "Іди, відкрий свій магазин, а потім говори мені щось". Ну, в принципе, так и стало. Со мной так шутить нельзя. Я пошла, открыла свой магазин. Так. Это было, не знаю, уже, наверное, лет 7-8 назад. Ну и вот с тех пор, даже когда уже там магазина физического у меня нет, у меня он есть в интернете, и я в любом случае занимаюсь всегда и практикую флористику вот на протяжении там уже 8 лет. Мне это нравится, я постоянно обучаюсь, у меня очень, там, не знаю, за карантин я очень много курсов прошла. Дополнительных и у флористов с мировым именем. Так как-то вот мне нравится. Я даже по своим знаниям вижу, что уже у меня лучше получается. Так, а мы с тобой пока тут говорим, я уже бачу, у нас певна форма є. Да. Так, а тепер розкажи, будь ласка, з технологічної точки зору. От ми спочатку заповнили края, так, потім ми також їх доповнили малинкою. І от я зараз бачу, папоротник ми поставили і зелень. Я просто не вижу, видно ли сейчас мой букет, но мы обязательно покажем его нашим зрителям. Но какая, ну, сейчас мы продолжаем то же самое, что я говорила, это мы сначала ставим самые тяжелые стебли, не самые объемные, например, не объемные цветы, а самые тяжелые. То, что у нас позволит груз и вес композиции распределить по всей, по всему нашему горшочку. Сейчас вот мы уже заканчиваем, так. Как раз-таки, потом мы заполнили дополнительными материалами, то есть любая зеленушка подойдет что угодно, все, что у вас есть. Даже вот, ну, отлично для заполнения подходят камыши и даже листья камышей, облепиха прекрасно стоит. Единственное, что нужно помнить, что лучше в воде держатся те побеги, те листики, которые уже старенькие. Чем моложе у нас стебель, тем цветок больше нуждается в воде, и поэтому он очень быстро вянет. Теперь берем маленькие заполняющие цветы. После маленьких заполняющих мы перейдем к объему. То есть сейчас мы делаем такое наполнение того, что закроет наши дополнительные. Ставим на свое усмотрение. То есть мы должны только понимать, что так как мы с вами любители, да, сегодня, то мы должны делать то, что нам нравится. Вот куда мы считаем нужным поставить их, вот туда мы и ставим. Наш каркас позволяет держать и держать цветы очень неплохо, но нам нужно регулировать высоту. Слухай, скільки правил. Мені здається, що це, знаєш, така свого роду медитація. Я хоча б там руками нічого не трогаю, але я от спостерігаю, наче воно так трошечки і заспокоює. Значить, стаєш трішки ближчим до природи. В моем случае это абсолютно точно медитация. Я всегда любила что-то делать руками. До флористики там я могла вязать, сидеть. Если я стрессовала, я всегда резала какие-то салаты. То есть у меня это точно медитация. И это такая возможность побыть с собой, наедине с собой и что-то такое, не знаю, что-то интересное сделать. Слухай, хочется у тебя уточнить, вот какие сейчас основные тенденции весельных букетов? Сейчас в основном все идут на натуральность, и даже то, что сейчас мы не работаем с оазисом, а работаем с сеткой, да, когда все начали говорить, нет, оазис это не экологично, в оазисе очень быстро умирают цветы, это действительно так, потому что там... Химичности с полукой? Ну, это фактически нет воды, мало цветам воды, они простоят буквально немножечко, а здесь, вот как сейчас, вот техника, которую мы используем с металлической сеткой, она позволяет цветам стоять в воде, вот они могут и 3-4 дня простоять. Сейчас невесты уже отходят, даже вот как мы видим, да, от маленьких таких кругленьких букетов, переходят в большие с нестандартной формой, с использованием нестандартных материалов. То есть если раньше это когда-то были только розы, пионы, да, то сейчас уже все, мы можем делать что угодно. Мы можем ставить туда и вот камыш, про который я уже говорила. Так.
И чем интереснее материал, то шиповник, вот что угодно. Чем более природный материал, тем это актуальнее на сегодняшний день. Mm-hmm. Я вот, не знаю, хочу сейчас на следующий год выпустить коллекцию, где будет свадебный букет из чернобривцев. Вау! Да, например, так, слухай, звучить це прикольно. Я навіть намагаюся уявити, як це буде. Мені здається, це буде досить таки красиво, проте мені от як чоловіку важко реально уявити весільний букет з чорнобривців. Ну, це буде дуже красиво. Просто мені кажеться, що зараз якраз время необычных сочетаний, угу. Потому что все обычное мы уже пересочетали, как в одежде, так. Как в любых трендах, угу. Да, как в интерьерах, как везде. И вот сейчас, чем интереснее сочетание, тем загадочнее, тем лучше. Угу. Поэтому... Слухай, а ну якщо можна, звісно, про це казати, от чорнобривці, а з чим ти плануєш їх поєднувати? Ні з чим. Просто чорнобривці? Да, зависить від техніки збору. Их угу. Можно очень красиво собрать. Так. Это может быть, если это у невесты круженное платье, красивым угу. кружевом обмотать, добавить дорогие камни, и тогда угу. этот букет из чернобрывца будет выглядеть на $1 000 000, и все будут говорить: о, Господи, так оказывается, чернобрывцы — это мой любимый цветок. Так. И тенденцию этих любимых цветов угу. мы можем наблюдать, как вот недавно это были пионы, угу. до пионов это были пионовидные розы, потом были гортензии, сейчас это вот и перья, вот да, были какой-то период. Угу. Так. Поэтому надеюсь, что тенденция на домашние цветы, она вот тоже сейчас зайдет и станет очень актуальной. Тем более, что, мне кажется, в Украине, в стране, в которой огромное количество самых потрясающих растений, насколько mm-hmm. у нас богатая плодородная земля, это просто... Ти знаєш, є одне ще таке запитання. От ми часто полюбляємо прикрашати нашу оселю ось такими, знаєш, сухими якимись букетами, ну, які просто можуть довго там стояти, там, більше місяця. На твою думку, як флориста, є якась альтернатива цьому? Чи це абсолютно норм як елемент декору? Звісно, це абсолютна норма. Искусственные цветы, мне кажется, на сегодняшний день уже норма, потому uh-huh. что эти искусственные цветы настолько хорошо, качественно uh-huh. сейчас сделаны, что они не отличаются от цветов обычных. Слушай. Более чем даже в свадьбе, на свадебные uh-huh. букеты сейчас и на оформление арок, я тебе скажу, там флористы самые топовые используют как каркас искусственные uh-huh. цветы. Ого. Да, так, да. Я зрозумів, це так, знаєш, такий маленький лайфхак. Слухай, ти так це прикольно робиш? Можна я тобі чимось допоможу? Бо в мене, знаєш, вже руки починають да, чесатися. Так, звісно, я тобі зараз скажу, що робити. Ми от заповнили угу. цвітами. Так. Цвітами доповняючими. Да, я иногда позволяю себе просто сорвать цветок. Угу. Так, вообще вот для того, чтобы он хорошо стоял, так делать не нужно. Нужно все-таки взять... Зрезать. И срезать угу. ножиком под углом 45 градусов. Но у нас мало времени, да? Я не знаю, видно ли нашим зрителям. Так, ну, ты, видно и выглядит, він, ты знаешь, ну, дуже красиво. Ну и почетно я тебе дам вот так. Так, давай. Ставь угу. вот сюда. Так, під керівництво, так, прямо посередині сюди, так? Ну, да, ти можеш угу. поставити, куди ти хочеш, я потім, якщо що, як зараз би там це було. Трішечки не стає через скотч. О, ось так. Вот. І тепер? Угу. Зараз увімкну в собі маленького флориста, трішечки ось так хочеться його. Угу. О. Если ваши розы немножко подвяли, угу. вы можете сделать так, как сейчас делают в модных цветочных салонах. Это мы выгинаем просто вот так угу. вот, лепесточек. И тогда наша роза еще может денечек-два простоять и быть красивой. У меня просто достаточно свежий цветок. Ну, это такой лайфхак. Да, но когда угу. он подвивает, вот чуть-чуть подвявший, так же делают и с тюльпанами. Так. Вот сюда. Давай. Так. Угу. Бачу. Так. Не бойтесь делать, вот обычно, когда первый раз делают, то боятся делать
большую форму, высокую форму. Не бойтесь этого. Форма идеальна. То есть, если у вас горшок, то это высота вашей композиции спокойно может быть 1:1. То есть, если горшок там 10 сантиметров, то мы можем там 15 сантиметров делать высоту, а то еще смелее. То есть, это прям абсолютно не бойтесь ни объема, ни высоты. Чем объемнее, чем он такой развалистый, развесистый, в разные стороны смотрит, тем, мне кажется, интереснее. Ну, ти знаєш, я тобі скажу своє враження, що воно дійсно виглядає прям приємніше, коли воно саме таке. Знаєш, от є відчуття, що воно наче якось так трішки хаотично, проте гармонічно. Ось так виходить. Ну, в этом і є природна задумка. Ми ж робимо букет, який у нас... Ну так, буде радувати перш за все нас. Да, который у нас как бы домашний, дворовой, да, и он должен быть естественным, таким, как будто бы мы не старались над ним, как будто бы мы вот просто взяли, поставили его в вазу, и вот он вот такой вот сам и стоит. Потому что если мы делали собранный букет из вот прям такой весь обдуманный, то это уже такая, мне кажется, другая тематика. Ну и плюс, мне кажется, хочется очень показать, что именно то, что мы делаем, ставим куда хотим, доставляем себе удовольствие, найвиднейше это самое главное. Слухай, а от давай повернемося до теми весільних букетів. Скажи, будь ласка, от скільки часу в середньому йде на те, щоб створити, екологічний весільний букет? По-разному. Зависит от того, какие цветы. Потому что в свадебном букете, почему свадебный букет дороже, чем выше? Потому что там важна техника. Техника сбора букета. У тебя может быть и... обычные цветы, но их можно так красиво собрать, что это будет дорого. Плюс свадебные букеты, они плотнее, да, на них уходит больше цветов, поэтому стоимость свадебного букета... Тому они дороже. Да, может заходить и 8, и 10 тысяч гривен. Мы уже фактически подходим к концу. Нам залишились завершальні такі штрихи, так, додати? Так, ми зараз повинні, коли ми поставили вже крупні елементи, зараз я вам поверну, що перед композицією все-таки моєї оказався тут, зараз ми ставимо ті елементи, які у нас грають декоративну, украшаючу роль. Всі листики, які у нас плохі, ми обриваємо. Так. От у мене це шалфей з моєго огорода. Перед тим, як ставити воду, ми зрізаємо 45 градусів. І от ми зараз... О, як же це приємно пахне. Клас. Натуральний. Ні, як-то от тут він некрасиво, тому ми його поставимо от сюди. О, слухай, є одне також запитання. От у нас, коли ми вдома щось прикрашаємо там, чи робимо ремонт, ми, знаєш так, досить прискіпливо обираємо кольори. Скажи, чи є от саме в флористиці також така тенденція, що там, наприклад, якщо біла роза, то вона більш заспокійлива, якщо червона, то вона вже така агресивна? Ну, понятное дело, что колористика, да, в флористике это основной элемент. У нас даже там существуют институты цвета, да, такие как Пантон, которые, ну, кроме Пантона еще существуют, но вот Пантон задает основные тенденции. Если у вас, вы начинающий флорист, и пока вы не закончили курсы, и вы не понимаете, как сочетать цвета, вы заходите в Google, гуглите палитра, например, желто-оранжевая. И зеленая. И вам выдает растяжку цвета от и до, какие цвета между собой вы можете сочетать. И вот вы смотрите, находите то, что вам по душе, потому что цвет, вот как вы говорите, что агрессивный или спокойный, мы все, это субъективное понятие, и мы выбираем всегда от того, что у нас что в душе. Мы вычуваем, так. Да, поэтому Google нам сейчас может предоставить огромную палитру, которая уже в свою очередь нам подскажет, какое же у нас настроение, что для нас агрессивное, а что для нас, наоборот, более устойчивое и спокойное. Так, а чи є квіти, наприклад, суто жіночі і там суто чоловічі? Такий розділ. Мне кажется, что сейчас уже нет, оно все уже сейчас так смешано, но в классической флористике, если ты делаешь круглый букет, это означает, что он дарится женщине. Мужчине в такой... Высокие вы выходите? Высокие, я прошу прощения, вот эта фаллосообразная форма, которая всегда, там еще со времен Древней Греции, всегда ассоциировалась с мужчиной по абсолютно природным, объективным причинам. А вот она и считается, что вот когда мы делаем вот этот вытянутый букет, это мужской букет. Но сейчас, мне кажется, интереснее букет тот, который
радует нас необычными сочетаниями. Угу. Итак, наш последний штрих, который, конечно же, я разрешу тебе сделать, это вот... Давай. Одна из разновидностей мискантуса. Угу. Я думаю, что многие зрители наши просто скажут, что за трава. Да, это просто так. Трава, действительно, ее очень много в поле. А сейчас также много сухой травы. Вот мы самые малюсенькие декоративные элементы вставляем в конце. Так. Вот сюда. Давай. Вот сюда, вот так. Тюк. Ага. Так, о, слухай, а чи є от така історія, наприклад, що жінці, яка там, ну, такого поважного віку, там, 40+, не можна дарувати тіто і тіто квіти, щоб не образити такий, знаєш, квітковий етикет? Мені кажется, що ні, таких цвітів віддельно ні. Просто потрібно знати завжди. Какие цветы любит какой человек? Мы всем, думаю, известен ролик Мадонны, который после концерта вручили гортензии, по которым трепещет полмира. Она говорит: «Боже, ненавижу гортензии». О, не вгадала. Да, так. Да, поэтому в данном случае у всех разные предпочтения. Мне кажется, нужно всегда учитывать характер человека, но в том числе и качество, мне кажется, хорошего человека, ну и хорошего флориста профессионального, заключается в том, вот его профессионализм, чтобы понять, какой характер у человека и какому человеку какие дарить цветы. Мне кажется, что это основной критерий, потому что тогда вот ты понимаешь, сходишься ты с флористом или нет, особенно когда это оформление свадеб, праздников, дней рождения, то это вот важный фактор, чтобы флорист мог понять, что же нужно. Слухай, а хочется от тебя такой маленький майстер-класс почути. На твою думку, как правильно впізнати профессионального флориста, який не хочет там тебе просто впарити, знаешь, а саме с душею підходить? По работам. Это всегда видно. Угу. По работам и... А по эмоциональному зв'язку? Как ты думаешь, на это варто звертати увагу? Ну, как ты поймешь? Вот все равно ты же видишь работу человека. Так. И какой бы ни был хороший человек, нехороший, но его вся аура, она в его работе. Угу. То есть мне кажется, что все-таки это основной критерий. Я думаю, что мы вот так закончили, но... Мне кажется, что ось ця история трішечки хочется ее... Ось туди. Поглубже, да? Так, так, щось вона занадто довга якась. Так, а можна мусорити, да? Ви ж мені зрішили? Так, можна. Слухай, все ж заради мистецтва. Так, щось він не заходить. Так глибоко, як хотілося б. Я ж боюся, знаєш, щоб не зробити нічого зайвого, щоб якось не зламати цю композицію. Для того, щоб ми убрали. Так. Оп. От. Так, и теперь... И сейчас у нас будет возможность... О, боже, как это красиво. Передняя часть у меня... Ой. Так. Цветочки наши трішечки не дожили. Надо было вот сейчас встали в воду. Думаю, что они оживут. А, понятное дело, что это, возможно, не самая лучшая композиция в мире, но она домашняя. Мы ее сделали там за сколько? В течение 10 минут. Она легкая в исполнении. Я думаю, что всем желающим... порадовать себя в такие осенние, дождливые дни. Это прекрасный вариант отвести душу, наполнить свою жизнь светом, а также подарить какую-то радость и тепло своим близким. Потому что лично у меня в семье всегда вот все очень радуются, когда я что-то делаю для дома. Да. Как мы видим, именно поэтому была съедена малина. О, ну це прекрасно. От мені найбільше це подобається. От такий, знаєш, ізюминка, родзинка букету. Да. Я тобі дуже дякую. І ти знаєш, я тобі хочу сказати, що візуально це неймовірно красиво. Ну, от серйозно, я як чоловік розумію тепер, що в принципі немає нічого неможливого. Знаєш, якщо в тебе і поле поряд, і просто ліс, то можна з підручних квітів зробити таку неймовірну красу. Абсолютно. Це, мені кажеться, зараз от самая большая тенденція буде йти на те, що все, що росте у нас в полі, все, що росте рядышком, це і використовується, і робиться з цього шикарні букети, композиції. Так, ну на цій прекрасній ноті ми з тобою завершимо. Я тобі ще раз дуже дякую. Дякую, що почала ранок у нашій компанії. Дякую за красу, за легкість і за кольори. Ну, я також вам дякую. Всім гарного дня. Нехай ваше життя буде насичене кольором та насичене подіями. Так, звісно, друзі, і хочеться побажати, нехай ваше життя буде таким же легким, як сьогодні пройшло наше інтерв'ю, який букет ми сьогодні зробили.
Як вивчити жестову мову і як створити екологічний чистий букет з підручних квітів? Ви дізнаєтесь на нашому YouTube-каналі, варто підписатися, поставити лайк, написати, звісно, приємний коментар, тому що для вас стараємось. А мене звати Макс Сербін. We'll be right back.